для того, чтобы в домашних условиях сделать себе маникюр и покрыть ногти гель-лаком. Итак, поехали. Первое, что вам потребуется, это, конечно же, лампа. У меня лампа Sun 5. Она мне очень нравится, заказывала я ее с сайта AliExpress, ссылочка будет под видео. За полгода, что я ей пользуюсь, ни один диод не перегорел. Она очень удобная, у нее есть три режима, съемное дно. В общем, мне она очень нравится, я ей очень довольна. Второе, что вам понадобится, это бафик. Бафик служит для обработки ногтевой пластины. С помощью него мы аккуратненько удаляем глянец с ногтя. Третье – это пилка. Пилкой мы подпиливаем свободный край и бока. Четвертое – это праймер. У меня сейчас праймер от Just Nail, до этого у меня был праймер Коди, и в принципе они оба хорошо справляются со своей работой. Следующее у нас идет база. Чтобы ваши ногти хорошо носились, не скупитесь на базу и топ. База и топ всегда должны быть хорошими. У меня это Коди. База служит основным материалом, который сцепляет между собой декоративное покрытие и ногтевую пластину. А топ закрепляет все это действие. Цвета у вас могут быть любые. В моей коллекции есть цвета разных фирм. Но база и топ всегда должны быть хорошими. И, конечно же, цветное покрытие. Для маникюра вам потребуется пушер и ножнички или кусачки, как кому удобнее. Мне, например, удобнее работать ножницами. Конечно же, жидкости – это жидкость для обезжиривания и снятия липкого слоя. И если вы еще не приобрели аппарат, вам потребуется жидкость для размачивания гель-лака. Это было все, что я вам хотела сегодня показать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!